Артисты якутского ТЮЗа выступили на сцене Государственного театра нации в Москве. Якутские театралы представили на суд зрителей постановку «Три ночи» по мотивам повести Гоголя «Вий». Из зрительного зала за действием на сцене наблюдали и наши корреспонденты. Зрители начали заполнять зал задолго до начала спектакля. Кто-то уже был знаком с творчеством этого коллектива, а кто-то встретился с ними впервые. Перед началом, с 25-летием со дня основания, театр поздравили сенаторы Совета Федерации и вручили благодарственные письма. От имени Совета Федерации, от имени нашего комитета, лично от председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, сегодня всех поприветствуют в этом замечательном зале. Официальная часть продолжалась довольно долго. В знак признания артистам преподносили сувениры и цветы. Все это вызывало восхищение зрительного зала. Но главные эмоции были при просмотре спектакля в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия Александра Титигирова. Несмотря на то, что произведение всем хорошо известно, якутский ТЮЗ нашел новые краски, что, конечно же, держало внимание зрителей в течение всего действия. Одним словом, успех был потрясающим. Как здорово, что все из них стали людьми настоящими. Это гордость якутского народа. Талантливые выпускники Щепкинского училища. Настоящие артисты Якутии. Но вы знаете, очень приятно, что они не только не забыли, но еще и приумножили свои художественные возможности, да, в звучании. И насколько широко и объемно звучит не только форте, но и пиано. Я потрясена спектаклем, постановкой. И, конечно, я потрясена своими мальчиками. А мальчики – это уже народные артисты. Федот Львов, Джулустан Семенов и Анечка Флегонтова-Иванова. Я потрясена, я восхищена. И это радость, что ученик перерастает учителя. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха, Москва».